Миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, и ты знаешь, что нужно ли себе чай взять, печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы с тобой продолжаем смотреть сегодня кей-поп. У нас сегодня с тобой три группы, да, правильно? Шесть клипов. И, соответственно, что? Во-первых, нужно сказать большое спасибо Линару за поддержку канала. Видишь, ты говоришь, мальчики редко бывают. Вот. Линар и все. Линар второй раз приходит к нам. Ну, будем считать, что разные Линары. Разные Линары. Чтобы как бы увеличить количество мальчиков в чате. Вот, поэтому спасибо тебе за поддержку канала, за то, что даешь нам возможность познакомиться с этими группами, с этими клипами. Вот, все, кто смотрит, тоже говорят тебе большое спасибо. Мне, между прочим, очень нравится. Что не только девочки. Мне тоже нравится. Смотрят кей-поп, любят кей-поп. Мне вообще нравится, супер. Ты второй человек в моей жизни, который любит кей-поп. Ты же любишь кей-поп? Ну да. Какая ваша любимая группа? Моя любимая группа? Stray Kids. Да? Я так и думала, ко мне подлизывается. Вот. Короче, я не знаю, видео выйдет на... Могу сказать ITZ хотя бы. Видео выйдет на Ютубе или на Бусти, поэтому для всех, кто на Ютубе, а на Бусти, ну, как бы, на Бусти люди уже смотрят давно, нас и знают. Поэтому для тех, кто на Ютубе, я всем говорю, что у меня ларингит, говорить мне сложно и больно, поэтому не обращайте внимания, если я где-то тихий или я где-то сильно неэмоциональный, потому что мне сильно больно. Вот. Плюс ко всему этому, если реакция выходит на Ютубе сразу, то она выходит все 6 видео. Если она выходит не сразу, значит она выйдет, скорее всего, обрезанная и где-то частичная, и где-то потом. Поэтому полная потому реакция. Потому что авторские права, еще раз напоминаю. Да, поэтому реакция будет полная на Бусти. Ссылочки вот это все в описании есть. Если на Ютубе вышло полное видео, поздравляем вас. Да, то есть там названия будут, какие есть клипы, каких не хватает, все это в описании есть, за этим следите, вот. Если еще на Ютубе смотрите, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, там, поддержка канала, комментарии, это все очень важно. А смотреть и записывать реакции будем максимально без вообще склеек, одним дублем. Вроде бы все такое важное сказал. Все? Подписываемся, короче, на Бусти тоже, там ранний доступ, эксклюзивы, а теперь все. А группы, которые сегодня будут, кстати, мы их не знаем. Знаем только GOT7. И все. Да. Первая группа у нас The Rose, а песня «Вернись ко мне». Как будто... Про любовь уже. Про любовь, да, группа корни вот тут. Всякие такие песни. Ладно, погнали? Давай. Мне уже нравится. I could make you hate me for everything, but I can't make you come back to me. But I can't make you come back to me. Call me all day, but I never pick up. Instead of pulling my weight, always pushing my take, yeah, I took it all for granted. Head up in the clouds, yeah, I never understand it. I remember thinking I don't need you, but then time passed by and it's so untrue. Now I'm the rain over your parade, reason you're over me. Yeah, I always keep making the same mistakes. Maybe I never deserved you.
make you cry, I could make you leave, I could make you hate me for everything, but I can't make you come back to me. Ну, короче, мне очень понравилось. Это прям меня отправило куда-то в мои там 13-14 лет, когда я слушала альтернативный рок, типа Sum 41, там Linkin Park, Hollywood Undead, еще какие-то такие группы. И это такая ностальгия для меня. Но я не знала, что в кей-попе есть прям очень похоже на Sum 41. Типа прям по вайбу почему-то. Но это не клип, это выступление просто, да, какое-то? Или, ну, нет, или это просто прям такой клип, клип? Такой клип, клип. Они же где, ты думаешь, они такие на мосту выступают, и люди такие на мосту на них смотрят? Ну нет, я к тому, что это не живое, не лайв, а не вот... Лайв. Ну это не клип с локациями, я к этому. Что ну, там а, не, нет ну, ничего такой, искусственного. Такой скромненький клип, почему бы и нет? Зачем же? Искусство. Может, мост искусства, откуда ты знаешь? Они на самом деле в помещении, а люди у моста сделано, да? Тебе создали. Как тебе? Мне тоже понравилось. На самом деле, если вот закрыто, знаешь, закрытыми глазами вот так слушать... Очень хорошая это... песня. Очень... Не то, что хорошая, она меня прям зацепила. Я бы добавила себе ее. Вот так вот закрытыми... Я вот как бы человек, который в музыке, как сказать, я много чего слышал, много чего знаю, но вот чтобы сходу вспомнить, к какой группе относится песня и какой текст у этой песни, я, конечно, так не умею. У меня вот обделило это меня, когда это создавало меня. Природа, да? Да, короче. Но вот, я не знаю, Imagine Dragon, вот похоже, нет на это? Есть что-нибудь такое? Может, 20, как вот это? 21 Pilots? Да, вот может там, может, Fade Is Grace. Где-то вот что-то... Вот... Что-то такое я где-то как будто слышал, вот как будто вот так закрываешь глаза, и как будто это уже не восточные вот такие поповские мотивы, а как будто это запад, вот оттуда какие-то группы, потому что очень сильно похоже. Это такое даже... прям чисто английский, да? Да, да, мы такое как будто, я не знаю, в кей-попе как будто такое прям да, ярко выраженные английские песни мы не слушали как будто. Да? Тут даже вот реально, ты просто закрой глаза, и ты даже не поймешь, что это кей-поп-группа. Кей-поп-группа, реально. То есть это что-то такое вот про Запад, да? Не знаю. А так в целом песня, ну, симпатичная. Вот я прям как будто бы в какой-то западной группе такую же прям вот почти похожую песню. Текст может быть, конечно, другой, но вот мотив, этот припев да, такой это очень вот, похоже. Что на что-то похоже. Поэтому есть такое ощущение, конечно. Вот. А так, ну, пока тяжело что-то сказать, опять-таки, по графике, по персонажам, ну, как ты персонаж, это просто выступление. По исполнителям, да, потому что это просто выступление. Идем к следующей песне от этой же группы, песня Sorry, Excuse Me, Извини Меня, Пожалуйста. 17-й год, кстати. Говорю, sorry, дату 17-й, 07-й, 27-й вообще. Любят красивые семьи. Три семьи, я думаю, три семерки им удачи принесут. Ну, сейчас посмотрим, какой клип. Мы его оценим, скажем, принесли. Блин, надеюсь, такая же крутая песня будет. Давай. Давай, ты закрой. Мне прям очень понравилось. Закрой глаза и скажи мне потом, это кей-поп или это запад? Может, вообще не кей-поп? Мы смотрим. Да, может быть. Ой. Ой, ой, вот вам и без нарезок, конечно. Так красиво. I'm sorry, 가지만 잊지 마 날 내가 옆에 있을게 너만 바라봐줄게 난 tonight I'm sorry, 미안해 하지마 girl 다시 돌아와줄래 네가 없는 나는 없으니까 잊어버린 난 tonight 잊혀지지 않는 말
I'm falling, girl, I never let you go. Cheval tora wechile, niga omneun naeun eopseunika. Cheoreun nan tonight, cheojiji aneun mal, doreukil su eopseo. Sorry, igijeogin nan is sorry. Ну что скажешь? Давай ты первый. Ну вот эта песня больше похожа на корейскую. Ну вот да. Я сначала так вот так вот немножко как будто глаза призакрыл, и вот с первых уже слов... Как будто музыка для аниме какого-нибудь. И понял, что это корейская уже песня такая. И вот. А, плюс ко всему этому... Ну не знаю, вот я заметил, что Линара хорошо подбирает красивые мужские песни. Линар? Да, потому что... В прошлой подборке, я помню, тоже какая-то группа, очень красиво там пели они. Сейчас вспомню. Который Деспасито пели. Да, вроде бы да. Вот. Блин. Здесь тоже очень... Что-то там Телла. Как она? Форестелла. Форестелла. Вот, и здесь, соответственно, тоже очень красиво поют. То есть, так прям... приятно, ты прям так проникаешься. Да, пофигу даже... на клипы вот эти вот, да, даже пусть деле, они да. вот какие они есть, да песни, не, это вот вообще... Это хороший клип, такой не, душевный. Не, ничего не говорю, вот. Я к тому, что типа не что-то вот такое. Мне кажется... Но это и не требует, песни красивые. Да, мне кажется, я в моменте, короче, в транс впал, знаешь, я такой сижу, слушаю, и просто меня отключил вот так как-то, я такой... И потом обратно вернулся. Очень красивая песня. Да. Что дальше у нас? У нас дальше группа ВАВ. ВАВ. Мы такую тоже не знаем. Есть группа Мяу, а есть группа ВАВ. Нет, есть группа... Какую мы смотрели? Айв? Айв. А здесь ВАВ. Ты шутку мою не поняла. Какую? Ну, типа, есть Мяу, а есть ВАВ. Собака, да, ВАВ, какой собака, звук? ВАВ, ну да. Вот, типа, да, собачья группа, видишь? Ну, вообще ГАВ, конечно. Но... А это смотря на каком языке. Вот знаешь, что есть... есть такие прикольные видео, где разные люди с разных стран собираются, и они такие, типа, у меня там будет... Мерседес, типа, Мерседес, да? Да-да-да. У нас на языке, типа, кошка мяу делает, а у нас мяу, а у нас иу, вот так, типа, и они порадуют. Вот ВАВ в какой-то стране, я уверен, есть. Возможно, в Корее как раз-таки ВАВ. Или шпицы говорят так. Они как будто чихают. ВАВ! Ладно. У нас следующая с вами песня «Синьорита», прикинь. Синьорита, ага. Деспасито, вот так вот. А тоже какие-то вот это Роналдо, наверное, да? Нет? Футболист. Как будто, я знаю. Как будто вот это футболист. И вот это как будто футболист. Но я не эксперт по футболу, но как будто бы похож. А это Тина Кунаки вот на фотке. Вот это? Да. И вот соседний. Кто такая Тина Кунаки? Это модель, короче, такая. Она бывшая жена... Винсана Касселя, по-моему. Прикинь, сидим, просвещаемся. Вроде на реакцию по кей-попу зашли, а узнали и футболистов, и модели. А фон вот этот зеркальный, смотри. Желтый, зеленый, красный, где-то тут куски оранжевые. Это что? А это клип Stray Kids, новый джем, по-моему, да? Называется. Ты думаешь, я не привяжу к чему-нибудь? Это отсылка к Бобу Марли вообще-то. А, ладно. У него цвета.
Во, музыка его. И вообще сейчас он петь будет. Бичина, мама сидя, не маме таурижана, на я маме тилимя, тора падуле, сеньорита, на норе чем-то айку сипта, умянил манна сунга, повсего чем-то мод ирутите, фиба, на вида рука мама сидя, на нуне. Señorita, 난 너를 좀 더 알고 싶다. 운명을 만날 순간, 밤새워 잠을 못 이룰 듯해. Viva, la vida loca, mamacita. 난 눈을 뜨고 서서 너라는 꿈을 꾸게 됐어. 마주친 순간, 흐르는 전율 가까워질 때, 심장이 멈출 듯해 내게 홀린 듯해. 이게 무슨 일이야? Oh my sexy mama sita, 난 내게 저격이고 저격당일 마치 killer. Yeah, you're my only señorita. 어디서 또 너의 매력을 보이지 마. Yeah, 사랑한 담을 그쪽말로 해석 전하고 싶어 난 take it arrow. 우리 사이 흐르는 장면을 바로 mellow. 내리를 건너 흐르는 불도 oh baby it's in sync. Señorita, 난 너를 전부 알고 싶다. 두 손이 닿은 순간 우리의 비밀은 시작된 걸. Viva, la vida loca mamacita. 심장이 뜨거워져 숨 쉴 틈 알아오게 됐어. 정말처럼 내 향한 웃음 너를 동원해. 무슨 말이 필요해 내게 미친 듯해. 이게 무슨 일이야? 명확한 느낌 우물이 신호 내가 반응해 나를 간단하게 해. 나는 너 하나로 이미 정해진 거야. Это Испания какая-то, да? Да. Опять очередной клип, похожий на что? Было в голове только что? Деспасито. Деспасито, да. Я, короче, понял, это подборка, чтобы показать, какие кей-поп могут быть разнообразны. Ты смотри, какие нам и рок показали, и драму показали. Хочу заметить, европейский рок. Европейский, ладно, мы будем так называть. Западный, да. Вот, потом... И Деспасито. Да. Ну, сеньорита, но похоже на Деспасито. Я, короче, себя поймал на мысль, прикинь, где-то в Испании один предприниматель с музыкальным бэндом, да, предположим, у него там это есть, хиты, группы, он такой, блин, хочу сделать вообще пушку, идея, найду всех азиатов, которые переехали в Испанию, соберу их и создам группу, которая поет на испанском. Прикол. Но они... точно испанский был? Ну, да, мне кажется. А чё, нет? Не знаю, я что-то даже не обратил внимания на язык. Не, ну там английский. Но песни мне понравились. Там английские слова были, я заметил, вроде бы как. И даже корейские как будто бы были. Ну и испанские тоже но были. Но мне все равно, мне ближе все-таки вообще первая песня. Ближе всего из вот этих трех, которые мы посмотрели. Да не, песни хорошие. Прям вот, ну, я это опять... Это ты такое любишь. Почему?
Ну, мне кажется, это веселенькое, это для тебя прям. Нет, вот смотри, опять, если закрыть глаза, ну, ты же можешь подумать, что это испанцы какие-то поют опять. Вот ты абстрагируйся от картинки. Это ты сейчас видишь, и тебе легко, конечно, судить. А вот закрытыми глазами, когда ты слушаешь... Уже ты так и так поймешь, что это испанское что-то. Ну, да. Ну, нет, так-то ты поймешь, что это испанское со смесью... азиатского или, возможно, азиатского со смесью. А испанца. Если закрыть глаза и не видит азиатов, то да. Ты не поймешь. Нет, не поймешь, мне кажется. Ну да. Причем они, кстати, очень как-то, как будто у них даже наряд очень сильно нетипичный был в этом клипе. Я не знаю, почему мне это кажется. Для кей-поп айдолов? Да, у них обычно, у них вот нету такого. Мне кажется, обычные наряды. А какие-то очень обтягивающие штаны. Обычно, как ты издеваешься, будто... что ли? У них у всех почти там обтягивающие штаны. Они мне казались слишком высокими здесь все. Почему-то обычно ты смотришь, они типа, ну так, 1.60 там, 1.70 А эти как будто 2-метровые все. А рост Хёнджин, извините, пожалуйста, 179 сантиметров. 180. Вот, невысокий. Или нет? Или да, по-моему, так. Невысокий. Ну, высокий, 1.80 почти. Не знаю, эти вообще какие-то они как-то высокие, такие худые прям вещи. Я не знаю, либо я давно кей-поп не смотрел. Либо их просто сняли снизу, чтобы они тебе казались такими. Либо я специально на подбор, они кастинг проходили. Сколько 1.90 метра, ладно, проходит. Все, дожили, я знаю теперь рост этих трекицов. Реально, осуждаем, если что, тебя всем чатом. Я скоро буду по левому мизинцу левой ноги узнавать каждого. Как начнешь так узнавать, так и съедешь отсюда, я думаю. Выгонят меня из дома. Короче, следующая песня от этой же группы Love. Ты как собака, конечно, прям сказал. Как написано, так и читаю. Give me more. Дай мне больше. Дай мне больше. Вот это вот. Пляж, море. Ну, конечно, тут как можно сказать. А тут какой-то фит, смотри. Но я не знаю таких. Ну, опять что-то Дела Чита. Ну, сейчас опять нажито, да, такое? Ну да, раз Дела Чита. Дела веселая Чита. Будет. Ладно, давай смотреть. Кстати, это возможно... 19-й год, смотри, Юль. Это, кстати, возможно, берег порта Испании. Пляж, ну, берег. Да не похоже, мне кажется. Хотя откуда я знаю, я что, была в Испании? Справедливо. One touch, 날 보는 눈빛이 너의 손길이 나를 깨웠지. One touch, 아슬한 순간에 난 끝도 없이 I wanna get a little. Oh,
손잡고 눈 감고 입 맞춰 넘길 바턴 널 지레적실게 내 색으로 물들게 난 피카소 안 해도 돼 이해 못해도 색으로 따지자면 빨간 민들레 조심히 터치할게 날아가지 않게 Let's try it засмеялась, потому что мне показалось, как будто там Гаязы Бразерс вышли, которые малиновую ладу поют. Ага. Ну, это такая типичная для юга песня, мне кажется. Ее прям можно в Турции послушать, на пляже там. Блин, где-нибудь. Песня на самом деле прикольная, и в моменте, короче, я... Во-первых, мне понравился момент, когда вот был переход, знаешь, когда они такие поют, он такой один появляется и брутально. Да-да-да. Поняла. Да. И это два раза вроде было, и там разные... Два парня подряд. Два разных парня было, да. Блин, вот этот момент вообще, конечно, пушка за это. Ну, знаешь, я такая до этого момента думаю, ну, это типичный кей-поп, типа, яркий клип, все такое вычурное, а потом они появляются, такая, что такое? Думаю, нет, нетипичный. Вот. Потом мне, короче, мне вот вроде бы, мне песня нравится, и клип вроде бы тоже нравится, но, знаешь, вот ты говоришь, нравится мне яркое такое, да, вот это все. Ну, ты любишь отчасти такое. Отчасти ты права, но вот здесь как будто эта яркость, она становится ляпистой настолько, что она уже мне становится... Здесь потому что лица еще очень сильная обработка, мне и лица нравится. Засвеченные, есть такое. Да не, мне... Ну, это стиль такой у песен. Ну, да, да. Но мне другой момент не нравится. Вот эти вот аляпистые узоры, вот здесь вот цвета. Много всего. Какие-то, да, они уже как будто лишние. То есть, одно дело, когда ты просто смотришь на ярко-розовый, а другое дело, когда ты смотришь на ярко-розовый, и в нем еще розовые цветочки, это уже как будто... А потом еще какой-то желтый там банан плавает в бассейне. Вот. А так, в целом, ну, песня прикольная. Мне понравилась. Да. Хорошо. Вот. А еще шутку же, я в начале дня, сегодня с утра, просыпаюсь, только понимаю, нам надо снимать реакции по кей-попу сегодня. У меня шутка в голове такая. С утра проснулся, понял, что нужно снимать реакции. Знаете, во сколько мы снимаем? Во сколько сейчас? 8:30. Ну, когда шли, дела не дремлят. Мы как бы как это, мы как супергерои, понимаешь, спасаем мир, и вот как-то так. Короче, шутка мне пришла, я не забыл в начале реакции сказать, поэтому скажу сейчас. Все наши реакции, все клипы, которые мы сегодня смотрим, ссылочки отправлены на YouTube. Я такой думаю, блин, а получится ли у нас посмотреть с блокировкой? Поняла? А, да. Ну, получается же. Ну, вот это сейчас мы знаем, что получается. А могло не получиться, и было бы смешно. Ты прикинь, мы такие садимся, реакцию включаем, а ничего не грузит, и мы такие, блин, а как смотреть? Ну, смотрели бы, искали бы в интернете эти клипы. Так вот именно ты... А, там ссылки-то на YouTube только. Да, без названия же. Вот такая вот была ссылка. Вы лучше, когда в следующий раз кидаете, вы кидаете ссылку на YouTube и название, да, отдельно, чтобы если нас там что-то не грузило, чтобы мы могли в интернете это просто найти. Да. Кстати, Диспосито было, помнишь, в прошлый раз? Мы не могли ее посмотреть в нашей просто, стране. Просто, да, не могли. И в итоге мы ее искали, просто наобум включили какую-то. Да-да-да. Так было. Короче, следующая группа у нас God Seven, и это песня Not By The Moon, которая как переводится? Не знаю. Ну как это? Не луна. Не покупай луну. Ну это не by-то через Y, а должно быть через UY. Про луну расскажешь свою?
Расскажи, если тебе так нет, это ты, интересно. Нет, ты расскажи. Я что засмеялась? Я и так в этой реакции очень много болтаю. У меня уже и так начинает болеть горло. Короче, Тимур нашел какую-то тему. Я могу вот так рассказывать, что можно реакции вести? Типа можно, шепотом просто. Можно. Нашел какую-то тему, что можно купить кусок луны какой-то. Что типа звезды там что-то кусок луны покупают. Мне кажется, скоро у наших подписчиков сложится обо мне не очень правильное мнение. Потому какое? Что в одной реакции ты говоришь, Тимур смотрит, хочет купить остров. В другой реакции ты говоришь, Тимур хочет купить участок луны. Так если ты такой... Я здесь, если что, сижу крупный вообще-то землевладелец, чтобы вы понимали. У меня есть свои острова. У меня есть свои мини-государства. У меня на Луне. Ты не знайка на Луне. У меня есть ракета, что гонять на свои участки на Луну, да? Чтобы... Вы просто... Я просто сижу, на самом деле, по приколу с вами тут общаюсь с реакцией, на самом деле. Это миллиардер. Я даже сейчас сижу, даже сейчас сижу чисто на своем острове, чтобы вы понимали, моя собачья. Короче, шутки шутками, но вот он мне что-то пришел один раз ко мне и такой, типа, может, Луну купить? Участок на Луне. 4 тысячи, да, ты сказал? 4 тысячи стоит, звезды покупать не надо. Но там, типа, прикол такой, что это продает какой-то мужик, что, типа, это как никак государствами не регулируется, а все государства решили, что Луна никому не принадлежит. Ну, типа, в какой-то... А, и этот мужик, он какими-то лазейками воспользовался и сказал, ну, раз никому не надо, значит, мое. И начал продавать куски Луны. Ну, короче, прикол в том, что это может быть когда-нибудь государство там изменит свое мнение и как это, конфискует у него это все. Не знаю, как это работает, ну, просто. Да, просто аннулирует его право. Да, и все. И ты потратил 4 тысячи в никуда. Я говорю, лучше отправь котикам собачкам в приют эти деньги. Зачем тебе Луна? Нет, вообще? Ну, а с другой стороны, они просто. А с другой стороны, они подтвердят это законодательство, и будет его Луна, и все. Он говорит, я полечу на Луну. На свой участок. Буду картошку. Буду как хаус флип перестроить свой дом. Ну, а чё бы и нет. Каждого свои мечты. Вот. Нет, это не из осуждения, это просто вам такая вот история. Поэтому, если что, если это... хотите купить кусок Луны, можете купить кусок Луны. Нет, если хотите купить кусок Луны, то не покупайте кусок Луны, потому что здесь могла быть реклама, так как нам никто не платит, мы ничего не рекламируем, поэтому ничего не покупайте. Ладно. Вообще, на самом деле, я посмотрел статистику, прикиньте, там этих участков на миллиард рублей уже продать. Вы представляете, просто чувак из воздуха... Так там уже места нет на Луне. Так там есть еще место полно. Ну и продадут тебе какую-нибудь там, я не знаю, в Луне какую-нибудь эту... В Луне. Магму какую-нибудь там. Магму. Что еще расскажешь? Да ядра будут продавать. Луну по частям Луну разберут. Да. Вот, поэтому... Здесь могла быть ваша реклама, но ее нет. А у нас песня Not by the Moon, то есть... Не покупай Луну. Не Луна. Это призыв к действию. Да. А то мне мало достанется, если вы все купите... Я переживаю. Все. Oh,
살아서 나 애매 나의 무더린 세상 속 You're the reason why I'm alive 웃길 때마다 온몸으로 퍼져가 텅 빈 심장에 내 맘에 너를 채워가 아무 색 없던 매일 너로 물든 내일 이대로 날 die with you 나의 모든 게 너로부터 살아나 널 영원히 놓지 않을 거야 난 이제 다시 잡은 이 손에 놓지만 널 없이 아무 의미가 없으니까 Don't sweat it but I'm Короче, мое сердечко забирают. Вот, вот этот клип забирают. Вот этот клип из разряда очень интересно, но ничего не понятно. Но очень красиво. И вот, ну я и поэтому говорю, очень интересно, но ничего не понятно. Поэтому мне, пожалуйста, вот. Я не понимаю, знаете, я вот представляю себе, я тоже как-то попадал на реакционеров, и что? О, вот. Это шок! Как же ты попадал-то, если YouTube-то не работает? Да, это еще было до, когда еще люди с дубинами бегали вон там, из пещеры вон той. Тогда я попадал на YouTube. А ты как? У меня как бы остров тоже, тут пещеры, люди развиваются, да, динозавры бегают. Вот, я, короче, попадал, ну вот на реакции, и люди там такие вот это вот все эмоционально, вот так вот туда-сюда, лица у них что-то там, они чуть ли не плачут, да, смеются. Ну это иностранные реакции в основном такие. Во время реакции. Я, вот знаете, что не понимаю, я если буду так эмоционировать, я вообще не пойму, что в клипе происходит. Я сижу вот так прям. Может, они действительно искренне удивляются? Так, а ты же когда так удивляешься, как будто вообще ничего, ты вот весь сюжет пропустил. Нет, у нас просто такая реакция. Какая? Пассивная, я бы сказала. Это в смысле, я пассивный, потому что я пытаюсь вникнуть. Я реально, я такой, так, вот этот здесь появился, вот этот здесь появился, они вот что-то там делают, потом вот этот ушел, этот то принес, тут какой-то глоб, меня какой-то сюжет в голове, тут еще пытаюсь какой-то текст переводить у себя в голове, пока это слушаю. Я такой, ага, вот этого я видел, вот этот мне одежда понравилась, у этого обувь стрёмная. У вот кого одежда понравилась тебе в этом клипе? Тот, который... Вот это я. Это я, когда покупаю участок на Луне, если что. Сейчас тебе покажу. Ну вот это, да, где? Алло. В темных костюмах? Вот сидит. А. Вот этот вот. Вот это я, когда купил участок на Луне, если что. А это вот вы меня пытаетесь отговорить не покупать. Тимур, потрать на собачек и кошечек. Вот. И, короче, я не знаю, я поэтому, ну, как можно, ты когда эмоционируешь как будто жестко, ты как будто вообще жестко все профукиваешь, ты как будто клип прошел, а ты ничего не понял, что в нем произошло. А я тут-то не всегда связь улавливаю. А я всегда только как-то, я могу упустить какую-то важную мысль в клипе, но мне всегда важно, чтобы он был красивым. Ну, этот красивый. Это очень красиво. Здесь очень красивые локации и костюмы. И я думаю, блин, вот бы каждый человек на Земле одевался так же, как K-pop Idol. Ты прикинь, какой красивый мир у нас был. Да.
Этот, мне вот, я, короче, реально не... Ну, мне понравилось тут лучи... А ты показал им, кстати, а то мы уже были. Да-да, лучи луны вот эти мне понравились, вот эти вот прикольно сделаны, да, как бы аналогия, это, ну, очевидно, что луна рикошетит. Потом там еще моменты вот эти с луной, как они там что-то взрываются, это прикольно. Я только момент с гробом не до конца догнал, вот реально, мне бы вот пояснительную бригаду, что это такое, зачем оно здесь нужно. Потому что если not by the moon, что типа не у Луны что, типа помирает он в лучах Луны или что-то типа такого, что помирает. Ли? Да, там это похороны, кладбище. Короче, вот не до конца мне этот клип ясен, но он мне понравился. Поэтому, если что, вы мне напишите, я обязательно познакомлюсь. Сектанты. О, это, кстати, вообще крутой момент. Сектанты вот, да, здесь бегают. Вот, ну, короче... Все-таки God Seven, мы знаем эту группу, мы уже один раз вроде на New Rap снимали, и как бы... Одна из была. Первых. Да, наших реакций. Вот, и все God Seven относительно, ну, по крайней мере, у меня на слуху, потому что я слышу там, что-то там они говорят, тут они говорят. Да. Как-то The Rose вообще не слышали первый раз, вообще и Вав тоже. Да, поэтому вот. Как-то так. Идем дальше. Еще раз God Seven у нас. Да, последняя песня этой подборки. Песня называется You Calling My Name. Позвони на мое имя. Да, твоему имени. Позвони. Ну, типа, на мое имя набери. На мое имя. Не, ну типа набери меня в телефоне, на мое имя набери. Позвони мне. Вот. Вот такие вот 7 красивых. А во, кстати, кто фанат God Seven, слабо? Слабо угадать, кто есть кто вот здесь, а? Ну-ка. Ой, я думаю, они там еще угорают, что ли? А что, без лиц? Там всех угадают. Там просто не важно, даже если ты все закроешь, они знают, где кто стоит. Чисто, знаешь, вот это вот, вот так закрыть, вот чисто ноги оставить, вверх закрыть, оставить только ноги, пусть по ногам это угадают. Это изи. Нет, по руке, знаешь, по пальчику вот так вот. Вот по вот это, да? Да. Здесь оставить, вот здесь... Да уж, прикольная игра была бы. Ладно, давай смотреть. 실수를 원망해서 이젠 없인 의미를 잃은 이름 다시 불러줘 치명적인 mistake 네가 없는 나는 fake 빛이 없는 나는 black 의미조차 없는 male 절렀던 bad guy 널 울린 that guy girl 떠나지 말고 돌아와자 I was 네가 사라진 이유로 사라져 나의 이유도 그땐 미처 몰랐어 Oh yeah 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 네가 부르는 나의 이름이 듣고 싶어 너의 그 목소리 몰라서 얼마나 그리워했지 돌아와줘 Please give me one more chance 불완전했던 내가 널 만난 뒤 완성을 꿈꿔 퍼즐을 찾은 듯이 너여야만 해 소명했지 기억 느끼고 있어 난 너라는 기적 네가 내 이름 부른 순간 이제 순간 나는 의미를 찾았어 내 맘 밝혀주는 너의 flashlight 밤하늘 별빛 수는 what to your eyes 내 귀 닿고 전해준 목소리와 나를 숨쉬게 한 것 모두 너인걸 마지막 조각은 너 날 완성시켜줘 Oh yeah yeah yeah
If you're not here, I'm not here. 같은 꿈 같은 추억들 닮아가 많은 습관들 모든 의미가 너야. Все. Я не знаю, как это оценивать. Иногда мне кажется, что продюсеры God Seven, они такие, ну, у нас, в принципе, парни красивые, можно их просто пустить, чтобы они ходили вот так по этим локациям, как модели. Чисто будем их лица показывать сразу. Да-да-да, без фона, просто на белом сделаем, это и так красиво будет. Нет, а в смысле, ты не знаешь, как оценивать? У тебя что, мысли нет? У тебя есть мысли? Есть. Я словила на том, что иногда мне казалось, что это какая-то матрица. Но... Касательно сюжета нет, но песни прикольные. Прикольные. Я к тому, что они настолько красивые, что их просто вот так вот пускают, они как по подиуму ходят, и ты просто любуешься этим. Нет, я не соглашусь, что здесь они просто по подиуму ходят. Здесь все-таки они дергаются вместе. Ну, в смысле, танцуют. Дергаются. Люди старались, танец придумывали, хореографы ставили, они его учили, миллиард лет не спали. Дергаются что-то там под музыку? Нет, подожди, это вот у вас, у молодежи танцы это называется. У меня это называлось в 70-х подергаться под музыку, понимаешь? В 70-х. Все-таки я, как бы, мои-то 50. Так. Вот. Ну, прикольно, мне понравилось. Мне тоже понравилось, очень красиво. Вообще хорошая подборка на самом деле. То есть она такая разнообразная, с одной стороны, а с другой стороны, все песни были хорошие. Да. Каждый, вот она была каждого какая-то уникальная, типа каждый уникальный клип какой-то, да, какая-то уникальная стиль свой вот этот. Это прикольно смотрелось, что как будто это ты не посмотрел подборку кей-попа на самом деле, а ты посмотрел, знаешь, чарт 10 мировых хитов, и вот тебе просто какая-то жесткая солянка из всего да. подряд. Да, я согласна с тобой полностью. Вот. И все такие разные. Угу. Да. И тут упор даже не на клипы, а на песни сами, мне кажется. Потому что, ну, я очень оценила подборку такую. В плане... Мне не очень нравится в стиле Деспасито вот это вот, какой-то южной эстетики. Но мне очень понравилась первая песня. И это она прям в сердце мне запала. Ну, потому что это вот твои вот эти, 2013. 2013. Не знаю, какой. Ну, в 13 лет я такое слушаю. А, ну, вот. Ну, 2013. Ну, почти. Десятый, наверное. Я угораю, если что. Вот. Мы будем сегодня проводить номинации. У меня такой вопрос. Можем? Так-то. Не думай. Не думай, а что тут думать-то? Ну, сходу. Да, но ты только открой свои. Да, эти. Конечно, сейчас. Сейчас мы еще с вами. Я скажу, что мне больше всего понравилось. Как будто я уже не сказала этого. Смотрите, у нас с вами прикиньте, номинация, еще и вообще сейчас даже не думая, сразу вот только мысли а горячие. А что у тебя тут написано? Вот этой группы сегодня не было. И этой песни тоже не было. Это с прошлого раза, успокойся. Короче, смотри. У него написано лучшая песня Ле Серафим. Ладно, ладно, все. С прошлого раза, я же говорю. У нас первая с тобой номинация лучшая песня, давай. Ну, у меня, конечно, это же первая, как ее зовут? The Rose, что-то там behind. А все, ты не найдешь, да? Back to me. А, back to me, да. А ты как сказала? Behind. Ну, сори, я пошла на бэчу. У меня лучшая песня Give Me More группы Love. Да? А что, прикольно, мне понравилось. Ладно. Она такая веселенькая. Особенно вот эти два чувака, которые дважды появились и сказали брутальным голосом Give Me More, я все. Вот здесь это твое. Лучший сюжет. Лучший сюжет, Ань, давай. Лучший сюжет. А ты давай, какие у нас еще были? А твои? Ладно, у меня лучший сюжет это God Seven, Not by the Moon. Конечно, да, я ничего не понял. Я но тоже. Сюжет, думаю, там классный, если мне его кто-то разложит. Я тоже очень красивый клип. Не красивый, а сюжет. Ну, сюжет. Ладно, давай потому дальше. Потому что да, здесь все без сюжета, мне кажется, давай, было, кроме этой песни. Лучший танец.
Да нифига себе, тут в каждой песне был глубокий сюжет, если ты в него не вникала. Лучший танец, последняя песня какая была? God Seven. Последняя песня была God Seven, You Calling My Name. Вот, я ей ставлю. Я тоже хотел ей поставить, да. Дальше лучшая картинка. The Moon. Да, я тоже поставлю The Moon, лучшая картинка. И победитель всей реакции. The Rose. Back to me? Или да. Как там? Да, блин! Чё? Чё, back to me? Да. Я просто забываю. Я, пожалуй, поставлю, наверное, всё-таки The Moon. Мне понравилась эстетика этого клипа. То есть мне понравились локации, мне понравились танцы, мне понравилась песня, мне понравилось всё. Поэтому, да, вот. Ну, такие, у тебя, конечно, сильного разброса нет. Выбрал тут пару песен, остальных что-то не заметила. Да потому что я ваф не... Песню Sorry кто я вообще? Я не выкупила. А песню Sorry кто-нибудь будет? Нет вообще номинировать? А это она просто грустная, и это тоже... Мне как бы она показалась очень красивой, но я такое не очень люблю. Красивая была. Драматичная. Да, а вот а ваф тебе вообще, да, не вот это итальянское? Синьорита я такое не люблю. Ну, а вот это Give Me More, это же вообще шедевр был практически. Нет, это такое тоже не особо. Опа. Короче, God Seven и The Rose угу. В моем сердечке. Вот. Вот. Короче, хорошая реакция была. Ты пиши, что тебе тоже понравилось, кого бы ты поставил в номинации. Все такое. Обязательно пиши мне, что песня про Луну, про что песня. Спасибо всем за просмотр. Обязательно поддерживай канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, сообщение, анонсы. Подписывайся на Boosty, ранний доступ эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих реакциях. Всем пока. Пока.